Пока одни доедают оливье и смотрят новогодние программы по телевизору, эти чебоксарцы уже вовсю занимаются спортом. С 1 января на лыжных трассах полно людей. Профессионалы и любители, взрослые и дети, встретить лыжников можно по всему городу. Мне нравится кататься на лыжах, мне нравится кататься по лесу. Прокат лыж работает и все праздничные дни, но в основном жители столицы Чувашии приходят на трассы со своими лыжами. Кого-то приучили родители, кого-то на лыжи поставил случай. Жена у меня КМС по биатлону, здесь начинала, достигла высот. Вот, поэтому, когда я ухаживал, пришлось брать уроки лыжной езды. Я не спортсмен, я вот этих вот дистанций, конечно, мне сложно это все. Но вот мне 5 километров раз в неделю сделать, и на всю неделю у меня боевое настроение, легко подниматься со сна и тонус жизненный. Ирина Васильева со своей семьей уже 10 лет катается на лыжах. Хочется нам кататься. Дети хотят тоже. Муж у меня спортсмен, поэтому я тоже прихожу с ними вместе кататься. Мы каждый день ходим, круглый год. В любой выходной день на трассе уже на Московской набережной можно встретить и Ольгу Иванову. Я живу здесь очень близко, поэтому мне здесь без проблем дойти, покататься и уйти. Я катаюсь на лыжах, чтобы чувствовать себя более энергично, жизнеспособно, радоваться жизни. Так, находить маленькие радости. Настоящий рай для любителей активного отдыха и в парке 500-летия. Ватрушки, снегоходы, коньки и, конечно, большая лыжная трасса по лесу. На ней-то Светлана Бритвина и учит кататься свою внучку Лурдес. Мне нравится кататься, я не умела. Я падала очень много. С каждым разом все лучше и лучше у нее получается. Все быстрее и быстрее. Нагрузка нужна физическая, тем более современным людям. Мы часто сидим за компьютерами, дома перед телевизором. Поэтому нужно вот это вот... это и как зарядка, и свежий воздух, и вообще положительные эмоции. Получить заряд бодрости от активного отдыха можно по всей Чувашии. Всего по республике более 140 катков, хоккейных коробок и лыжных трасс. Что касается столицы Чувашии, для горожан и гостей приготовили 16 лыжных трасс. Среди них лыжная база 2-й спортивной школы, лыжня в Берендеевском лесу, на стадионе «Энергия», трасса через Волгу до Сосновки. Полный список лыжных трасс, катков и хоккейных коробок на сайте Минспорта Чувашии.